Главный враг для стабильного развития и демографического будущего – низкие доходы граждан. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи с депутатами Госдумы нового созыва, которая прошла в Кремле. В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша и вплоть до окончания ребенком школы. Вы знаете, мы эту программу, вот эту систему начали формировать. Действуем поэтапно, постепенно, обеспечивая каждый шаг возможностями безусловного финансирования. По словам президента, в этом году инфляция превысит прогнозный уровень в 5,8%, что сильно ударит по наименее обеспеченным группам населения. Социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, в 2022 году должны быть проиндексированы по фактической инфляции, заявил он. Отдельно глава государства сделал акцент на материнском капитале. Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год. Кроме того, глава государства поручил в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки граждан. Он также отметил, что особое внимание депутаты должны уделять решению острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья и экологии. Кроме того, Владимир Путин призвал народных избранников снять барьеры для малого бизнеса. Конечно, базовая задача – это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны. Дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей. Также Владимир Путин напомнил, что депутаты должны постоянно поддерживать обратную связь со своими избирателями, знать, что их волнует, с какими проблемами они сталкиваются, и обязательно приходить на помощь. Для людей, для ваших избирателей, вы прежде всего народные избранники. Не забывайте об этом. И люди могут и будут обращаться к вам с самыми разными вопросами, даже, может быть, не входящими в вашу компетенцию, но они надеются на вас и помнят о том, что пришли и проголосовали за вас. Напомним, выборы в Государственную Думу состоялись в сентябре. Всего в парламент прошли 8 партий. 5 по спискам – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия за правду», ЛДПР, «Новые люди» и 3 по округам – «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа». Также в Думу избрались 5 самовыдвиженцев.